приветствовать вас в этот облачный тайский день. И сегодня разговор об очень простых вещах, наших суждениях и о том, почему, собственно, люди пребывают в состоянии морока, в состоянии перманентного, то есть постоянного несчастья. Именно потому, что люди забыли о простых вещах, о которых наши с вами предки постоянно твердили своим детям, а социальные системы всячески старались их нивелировать. Как можно судить о человеке? О человеке можно судить или о событии, не обязательно это человек, это может быть человек, это может быть любой другой объект или событие. Можно судить по делам, то есть по факту того, что происходит. А можно судить по слухам и домыслам. Чем, собственно, определенная, я бы сказал, большая часть неосознанного населения нашей планеты и занимается. То есть они транслируют и приумножают слухи. Причем, чем более скверные эти слухи и страшные, тем, собственно, больше у них повода предостеречь таких же баранов, как и они сами. Поэтому они постоянно обмениваются вот этим вот скверным говнезином. Множат этот скверный говнезин, транслируют этот скверный говнезин и живут, пребывают в этом скверном говнезине. По определению своему. Поэтому у человека есть два состояния. Состояние разумной осознанности, процессы, основанные на краткосрочных наблюдениях, относительно долгосрочных, ну или среднесрочных наблюдений, тогда можно сделать определенные более-менее правдивые заключения. Ну а когда сорока на хвосте что-то приносит, люди сразу... А сорока на хвосте обычно приносит говно, потому что под хвостом у нее жопа. Вот она оттуда сиранула кому-нибудь на голову. И люди это дело подхватывают по одной простой причине. Им нужно о чем-то говорить. Нужно пребывать в своих страхах, делиться своими страхами с другими объектами, людьми. И приумножать эти страхи. О системе это исключительно выгодно, потому что нужно, чтобы все пребывали в состоянии страха, отдавали свой гавахчик. При всем при этом есть еще один любопытный нюанс. Он заключается вот в чем. Неважно, вы говорите об объекте хорошо или плохо, вы в любом случае приносите ему пользу. Почему это происходит? Посмотрите фильм Generation P, только со смыслом, и все поймете. Не имеет значения, хорошо ли говорят или плохо. Главное, чтобы говорили. Ну, определенный контингент просто не в состоянии этого понять, а вот социальные управляющие системы прекрасно об этом понимают, поэтому приветствую как и плохие новости, так и хорошие. Главное, чтобы имя произносили, неважно в каком контексте. По сути, и то, и другое служит для привлечения внимания, и не более того. А дальше уже, после того, как внимание привлечено, индивидуумы распределяются внутри сегмента, которым управляет объект, к которому привлекли внимание, на основании его слов и дел. Сходятся дела со словами или дела со словами не расходятся. Поэтому так или иначе разумный человек, привлеченный даже скверной новостью какой-то, дальше погружаясь в изучение этого вопроса, находит правильный ответ. Так случается всегда, так всегда было и так всегда будет. Многие люди совершенно не понимают по поводу того, что те люди, которые на них льют грязь, так или иначе пытаясь очернить, разумеется, в силу непонимания глупости своей, вот именно глупости, да,
которое со временем проходит, делают вот такое вот доброе дело. И доброе дело на самом деле не в кавычках. Поэтому если вас хаят, абсолютно нет никакого смысла пускаться в какие-то там, если вы, конечно, сами понимаете, что вы ничего плохого никому не делали, никого не обманывали, не находитесь в страхе, то вы воспринимаете это спокойно, смотрите на все это, я бы даже сказал, весело и с улыбкой. Никогда не стоит противодействовать, тем вовлекаться в эту игру. Если у вас кинулись какашками, ну, клоните голову, какашки пролетят мимо и попадут ровно в морду того, кто стоит сзади, и сзади бросается у вас какашка. Да? Все на самом деле в этом мире взаимосвязано, гармонично и абсолютно синхронно связано между собой. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Сейчас самое время, дорогие друзья, открыть глаза, снять свои черные очки, там, розовые очки, какие-либо другие очки снять и смотреть на мир широко открытыми глазами и не осуждать никого, а просто внимательно смотреть на все происходящее. Выводы, они сложатся, сконфигурируются автоматически, когда с истечением времени или вы наблюдаете уже в течение длительного времени действие или какой-то объект, и все это сердце подскажет, так это или не так. Поэтому будьте рады, когда вас обливают грязью. Это на самом деле на пользу. Если вы сами чисты, вам это только на пользу. А вот если вы уже сами замазали себя грязью, то, конечно, эта грязь на вас нарастет. Ну, к говну легко прилипает. А вот к чистой белой поверхности дерьмо не прилипает, ну, ни разу. Все на самом деле очень просто. Все синхронистично, потому что есть всего лишь два вида энергии. Это материальная и ментальная. И обмен может происходить всего лишь между двумя этими субстанциями, и всегда этот обмен сбалансирован. Напомню еще всем тем, кто смотрит меня на канале. Друзья, есть такой канал Telegram. В канале Telegram сейчас идут основные аудиотрансляции. Вы можете при вашем на то интересе зайти в Telegram, найти канал Гримуар, точно так же он пишется, как, собственно, и здесь. И после этого совершенно спокойно присоединиться, и, возможно, вы найдете для себя достаточно большое количество информации. Засим, дорогие друзья, я благодарю всех, кто присоединился сегодня к нашему прямому эфиру. Напомню, что основной лейтмотив сегодняшней передачи — «Слово и дело». И есть две основные категории. Те, кто судят потому, что ворона под хвостом принесла, или сорока, неважно. А другие судят посредством простого наблюдения и реальных фактов и действий, которые имеют место. Мы. Выбор за каждым. И этот выбор определяет гораздо больше, чем просто вывод. Это состояние. Либо счастье, либо несчастье. Несчастливый приумножает в будущем свои страхи и печаль своего прошлого, выраженные в том числе в каких-то радостных моментах. А счастливый человек находится в настоящем моменте и наблюдает все происходящее. Засим, всех вас целую, дорогие друзья. Всех вас обнимаю. Каждому свое, свое не каждому. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравия тела и ясности ума.
Аз есть сущее здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.